Велислава! Всемиртик! Просыпайтесь! Всемиртик, вставай! Нам сегодня идти в кино! Я мечтала идти в кино. Я тоже мечтала в кино. Тоже. Ну, вставайте тогда. Подъем. Ну что, пойдем потренируемся? Мама идет. Всем привет! Мы едем в кино! Ну что, поехали? Да! Я взяла с собой своего зайчика пушистого. Бля, мы тут хотите посмотреть? Все, пока-пока! Мы приехали в кино! Мы сейчас идем в кино! Я еще там не была ни разу в жизни. Когда-то была. Но теперь я еще иду в кино!
Ну что ж, пойдемте? Пойдемте, пойдемте, друзья. Привет! Как тебя снимать? Комарот подучий. А билет? Ой, такой кинотеатр классный. Вот мультик закончился, теперь мы пойдем гулять все вместе. Алиса, пойдем, доча. Пойдем. Привет. Пошли. Пошли. Привет. Сейчас гимнастки будут пиццу есть. А я не люблю ее. А ты любишь пиццу? Не хочу. Мама, еще лапочка. Можно одну? Мы... Все севы. Вот тут место есть, если что. Вот тебе не надо. Вот здесь вот давай. Ты будешь, мама? Берите пиццу. Не стесняйся. Ой, блин. Помашите ручкой в камеру. Что все играли. Только буду давать. Ты не можешь двинуться. Ну ты ручку закрывай, чтобы не увидели. Закрывай, 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 чтобы не увидели. Интересно, конечно. Закрывай, чтобы не увидели. А ты не подглядывай, хитро. Кого монетка, не показывайте. Чего подглядываешь, хитрюга? Они тебе сейчас придут, жилетку принесут. Да, конечно. Кому же еще? Сюрприз, да. О, эти такие руки удобные, только они циркопарульные какие-то. Нормально держи. Так. Вы подняли, как играть? Если вам положат сюда в ручки монетку, надо будет, когда скажут колечко, колечко, будет клещ, надо будет убежать. Понятно? Если будет монетка, а если не будет, то не убегаешь. Ну и что у меня с карманами? Колечко, колечко, выйди на крылечко, а если поймали, то что? Кто его знает? Замуж выходит. Что, если поймали? Если поймали? Отдают колечко, и она точно, я совсем думала. А, и ты водишь. Да.
Даешь на ушко каждому, хорошо? Только говорим правильно и тихо, чтобы никто не слышал. Аня, вот сюда сядь, Аня. Сядь сюда. Говорим правильно и тихо, чтобы соседи нас не слышали. А можно родителям сесть тоже, чтобы передавать точно то слово? Тихо только. Девочки, идите в другой телефон играть. Что услышал, то передавай. Сказала, на ушко. Какое слово? На ушко. Почему? Кто услышал, а то передавай. Что? А потом мы не добрались. А он вообще говорит, что не вышло из него. Да, ну что, она услышала? Ализа, Ализа. Там уже... Что Ализа услышала? Кот. Кот? А какое слово я тебе говорю? Гимнастика. А ты что услышала, Алиса? Тигр? Вереслава, ты что услышала? Оля? Амина? Что, какое слово услышала? Алана, ты? Жираф. Опять жираф? Опять жираф. Зебра. Аня, а ты что услышала? А? Аня, ты что услышала? Зебра. Дальше. Аня, Андрей, что услышал? Россия. Аня, ты обруч. Обруч, это был обруч.
превратился в тигра. Вот мы и нагулялись, было круто! Всем пока!